Окей, сейчас я немножко... Дима, это моя машина. О! Здрасте. Здравствуйте. Ёлки-палки. Это чё за две звезды, Свергон? Ну это подстава какая-то. Не, ну что это такое? Не буду это читать. Предлагаю вам заценить канал, ссылка на который находится в описании. На нем вы сможете найти монтажики. По крайней мере, я только монтажики нашла. Так. Ребят, а вы много играли в эту игру? 9 часов. Первый раз кто-то из... Дим, давай их обманем. Обманем? В каком плане? Ну, там, когда долю делить, там... Там 5% больше, 5% меньше. Денег, у нас же деньги есть, а у нас нет. Денег, бомжи, бомжи, вот эти ютуберские, денег у нас нет. Подкиньте так процент 50. Просто такие, знаешь, без палева, денег нету, денег. А Даня записывает? Записываю, конечно. Можешь материться, мы потом сделаем монтаж. Кузматов. Хуй. Вот монтаж готов. Даже клеить не надо. Я так, мани. Козявка. Смотрите, Рэндалл сейчас чем-то, Рэндалл вот в очках, в маске, во всем был похож на этого, на... Все, я, короче, готов. На кого? Было очень тихо, но почему-то я это услышала. Актер, на Нормана Ридуса, вот, в кепке, в плане у тебя также патлы торчат. Я думаю, это делает вас похожими. Я тогда, наверное, тоже возьму быструю машину, раз уж мы 2-2. Да нужно было всем на одну машину. Боже. Видишь это? Да что это такое? Так и должно быть. Да. Надо сначала всех убить, а потом взять самолет. Все. Ну, это изи. Кто помер, блять? У меня самая дорогая машина, by the way. Дайте хоть тут поебывать. Все, Дима, я пойду чай налью, спасибо. Что мы можем сделать, в принципе, утопить его? Сказать, ты нам игру проиграл. Или закрыть его в темном переулке и... Его изнасилуют? Ну, если ты хочешь, ты, в принципе, можешь. Да нет. Давай кто-нибудь другой. Ну, про кого тут фанфики пишут? Про меня или про вас? А про тебя нет фанфиков? Наверняка есть, если поискать. Да не. Да, по-моему, есть. Зачем писать фанфик про девочку, которая похожа на 13-летнего мальчика? Кому вообще такое интересно читать? Я почитал. Я знаю, что большинство фанфиков проеблю, но я не знаю. Мне кажется, мы должны подождать Миш, пока он вернется со своим чаем. Да чё, давайте его прям туда запульнем. Посреди поля, знаешь. Мы, видать, это просрали миссию. Я что-то это Миху завез и сам сдох. Он там посреди поля. Надо ему помогать, ребята. А, ну я его защищаю как могу. Не-не. Не вышло. Нормально. Ну, он чай отходил попить, какого хера? Посреди поля ушел. Ну что это такое? У меня просто броника не было. Ты ему скажи, что это как бы его там кикнули за то, что его долго не было. Кстати, да. Че такое? Ты помер, тебя долго не было слишком. Да. Ой, я что-то увлекся. Че-то здесь увлекся. О, приехали. А я тут посижу. Нормально припарковался. Параллельная парковка. Блин, ХП восстанавливать, кто взорвал мою машину? Рэндалл покончил с собой. В смысле покончил? У меня машина взорвалась. Эмобой. Серьезно? Давайте попытаемся аккуратненько пройти. Ну давай. Кто умер второй? В меня случайной пулей попали. Господи Иисусе, вы серьезно? Ребят, ну может по-нормальному попытаемся? Да они мне с жопы заехали с какой. Мне кажется, нам надо было брать бронированную. Нам надо было курум. Дим, я вот вижу, как ты залетаешь на этот, и мне кажется, блять, меня сбил прохожий. Ребят, меня стреляют, ребят. Никакой помощи совершенно. Ой, ребята, что-то пошло не так. Я начала взлетать, а они меня убили. А бывает. Well. Бывает. Со мной несколько раз так же было.
нас а это откуда было? Моя спина почему-то... Ладно, меня справа убили. Ничего, ничего, зато я ПВП сразу вот это вот. Блин, там они стали далеко. Аман. Работаем, работаем. Я тут это уезжаю. Блин, тут поймать... из кустов стреляют, а я их не вижу. Да что это такое? Блядь. Меня убили кусты. Мы так хорошо стреляли. Ну все, давайте, ребят, собрались. Все, это наша. Это наша игра. 2000 рублей потратил, еще бы не наша. Ну, вот и пока что больше удовольствия получаю. Представляете, сидим? Ребята, завтра пойду на Mad Max за 85 рублей за билет. Ничего себе, утром. Так ладно, утром, на премьеру. Утром или парень такой процент установил? Утром пойду. 35 на 65, да? А слушай, а ты когда издаешь такие звуки, ты улыбаешься о своей челюсти такой большой? Да. Я просто представил, как... А маленькая челюсть что делает? Просто помощи.